Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России от Чувашской Республики, заместителем председателя Комитета по образованию Аленой Аршиновой. Алена Аршинова рассказала о встрече с жителями республики. Один из часто задаваемых вопросов – ликвидация очередей в детские сады. Заместитель председателя Думского комитета по образованию подчеркнула, что правительством Чувашии и депутатами Госдумы России прикладывается много усилий для скорейшего решения этой задачи в республике. Алена Аршинова сообщила также, что сегодня в прямом эфире общалась со слушателями национального радио. Глава Чувашии сообщил, что в республике уделяется самое серьезное внимание модернизации системы дошкольного образования. По 2013 году на эти цели направлено более миллиарда рублей. Введено в эксплуатацию 5 новых детских садов, еще 6 планируется сдать до конца года.